Во врачебной амбулатории села Жура провели капитальный ремонт. Как улучшились условия для врачей и пациентов, расскажет наш корреспондент. Сельская врачебная амбулатория рассчитана на 3500 человек. Сюда обращаются жители Журы, Бутучан и Михайловки. В медицинском учреждении Эльвира Васильевна работает уже четверть века. Принести воды из колодца и растопить печь. Раньше так начинался рабочий день сельского врача. Говорит, во время приема боялись, что пациенты простудятся. Очень тяжелые условия труда. У нас были постоянно холод, было печное отопление в коридоре. Холодно, даже не верится, что у нас такие условия, у нас есть отопление, вот паровое отопление, и в этом году нам уже тянули воду. Теперь в кабинетах тепло и уютно. Газ, отопление, санузел и косметический ремонт помещений. Все это удалось сделать общими усилиями районной больницы, сельской администрации, землепользователя и предпринимателей. Также впервые у врачей появился компьютер. На очереди ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в селах Андреевка, Воронкова и Красненькая. Все шаги по улучшению качества медицинской помощи выполняются в рамках предвыборной программы президента Вадима Красносельского. Приблизить медицинское обслуживание сельскому населению. И посыл был такой: не люди к врачу, а врач должен идти ближе к больному человеку. Поэтому в исполнении вот этих всех решений мы и занимаемся сейчас вот сельским здравоохранением. Район у нас большой, сложный, трудный, но все равно идущий только преодолевает гору. Также по поручению президента во всех селах появятся аптеки. Дмитрий Доброхотов, Татьяна Семенюк, Алексей Минченко, Первый Приднестровский телеканал.